В эфире самая спортивная телевизионная программа «Команда Фит» и я, ее ведущая Юлия Борзина. Вы можете сказать, что у вас плохой обмен веществ, плохая генетика, широкая кость, и вы никак не можете добиться результатов. А мы вам предлагаем начать заниматься утренней зарядкой каждое утро вместе с нами, и тогда вы обязательно добьетесь результатов. Сегодня у нас в гостях фитнес-тренер Татьяна Арчикова. Именно она похудела на целых 37 килограмм. Танечка, здравствуй. Здравствуй. У меня аж мурашки побежали. Расскажи, пожалуйста, как это было? На самом деле, да, так оно и было. Даже в детстве у меня было освобождение от физкультуры. Спорта в моей жизни не было вообще. Я никогда не была худой. Всегда боролась с лишним весом путем различных диет. Но 5 лет назад примерно я пришла в спортзал, и настолько меня это затянуло, то есть настолько мне это понравилось, что я начала худеть, сама того не замечая. И не только похудела, знаете, а достигла именно того уровня, что стала участвовать в соревнованиях бодибилдинга и фитнеса, фитнес-бикини. И единственное, что я бываю иногда, и как вот сейчас, обыкновенно, как вы меня видите, или на сцене сухая и рельефная, но неизменным остается одно. Я очень люблю тот спорт, которым занимаюсь. Ну что, сегодня у нас в студии мотиватор. Мотивируйтесь, друзья, а мы начинаем. Итак, начинаем с легкой разминки, которая называется у нас Jumping Jack. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Теперь, не останавливаясь, легкий бег на месте, мы начинаем приседать. Раз, два, три, четыре. Коленочки не выходят за носочки. Три, четыре. И последний раз. Два, три, стараемся таз держать назад, четыре. Не останавливаясь, также делаем легкий бег на месте, ручки перед собой и делаем выпады назад. Раз, два, три, четыре. Меняем ножку. Раз, два, три, четыре. Коленочка у нас не выходит за носочек. Стараемся назад. Три. И вторая ножка. Раз. Два. Три. Четыре. Легкий бег на месте. Далее наклон. Делаем корпус. И ручками работаем лопатками. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжаем. Два. Таз назад. Три. Шею не запрокидываем. Четыре. И последний раз. Раз. Два. Три. Четыре. Легкий бег на месте. Теперь встаем, ручки и касаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре. И последний раз. Коленочки стараемся держать, не сгибаем. Четыре. Легкий бег на месте. И по второму кругу. Jumping Jack. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Энергичнее, быстрее. Можно чередовать с бегом на месте. Раз, два, три, четыре. И последний. Раз, два, три, четыре. Все, всем пока. Верьте в себя и каждое утро занимайтесь вместе с нами. С вами была команда Fit. Пока-пока.